Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Я все исправлю сама». Ольга согласилась стать суррогатной матерью, рождает двойняшек, но вследствие сложной операции не может больше иметь детей. Согласно договору, она передает новорожденных заказчикам. А вскоре в ее семье происходит ужасная трагедия. В страшной аварии погибает любимый муж и дети. С момента трагедии прошел год, но ей сложно оправиться от потрясения и психологических травм. Оставшись в полном одиночестве, Ольга пытается выяснить фамилию людей, которым передали очаровательных малюток. Но информация держится в строжайшем секрете. Случайно познакомившись с супружеской четой Вахрамеевых, она предполагает, что они и есть те самые родители. Устроившись к Дмитрию и Татьяне няней, женщина убеждает себя, что Таня интересуется карьерой, а не собственными детьми. Дима кажется ей идеальным мужем. И теперь Ольге осталось занять место рядом с ним. Премьера четырехсерийного сериала «Я все исправлю сама» состоится 30 сентября на телеканале «Домашний».